Вот картинка. Она, честно сказать, если вот так посмотреть глазами, вроде нормально сидит, да, нормально свет на него вроде падает. Вот смотрим, как она выглядит на черно-белом. Вообще жутко, да, все? Все очень жутко. Даже я сейчас светлее. Я сейчас светлее сделаю, смотрите. Я делаю светлее, но картинка все равно не супер-пупер. Просто вообще невнятный свет. И когда вы делаете именно вот такую работу именно в Live View, то есть через Live View именно ставите настройки в черно-белом режиме и работаете с человеком уже. Вот сейчас мы выберем для него позицию, где будет свет хороший. Сейчас кто-нибудь пересядьте туда, чтобы Сергей тоже посмотрел. Олег, садись ты.